Блин, друзья, я вам сейчас расскажу, как заработать $100 в день. Блин, нет. Давайте сначала. Шо? Рассказывай что-нибудь. Так, сначала надо здороваться. Привет, браты украинцы. И не тільки українці, тебе ж весь світ дивиться. Привіт, брати, всього світу. Бджолярі і не тільки. Пасічник, он же. Пасічник, он же. Бджоляр, он же. Барига, он же. Спекулянт, он же. Там ще я. Тут як куча регалій тебе там. Я вже трошки почав забувати, скільки в мене звані присвоїли. Вот. Что вот туда-сюда поставить? Туда-сюда, туда-сюда. Сейчас кинуть кирпичи, что ли? Под колеса. Школа рядышком, а вон и лютает. Судьба наша такая, ребята. Ломать, пока не сломать. Ну, мы успеваем и строить уже. Там снимаются серии интересные. Вот. Сейчас занимаемся разборкой дома и разборкой забора. В этом ролике я вам покажу, как вдвоем можно разбирать еврозабор. Все прекрасно понимают, что бригада приезжает как бы не из двух человек, а из четырех. Собирать четыре секции в высоту. Но мы покажем, как разбирать. Разбирать самое тяжелее. Почему? Потому что сама плита, когда поднимаешь, она закусывает постоянно. И держать на весу такой вес и вытягивать еще вверх, ну это очень тяжело. Поэтому это приспособа для вас. Как легко вдвоем, одной рукой разобрать еврозабор. Так что, поехали. Александр. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А ну расскажите, что это вы за устройство это на городе? Ну, какая ситуация? Разбираем забор, хотим перенести его вообще в другое место. Ага. Вот. А в чем ситуация? Забор опускать в столбы бетонные всегда легче, намного легче. Это вообще первое. Вот ты сейчас попала на первый, как говорится, да? Пробный вариант. Да. Ага. Вот. Не знаю, с этого что сейчас получится. Может быть ничего хорошего, а может и получится. Не кашляй. Похоже вообще на в кадре, что это все Рома сделал, а вы там так стояли. Дубль 2. Короче, пацаны, снимать, крутить до лестницы лебедку, ну это жестяк. Это, конечно, просто жесть. Поэтому лебедку добавили трос. Трос купили помощнее. И будем крутить снизу. Что из этого получится? Вы посмотрите буквально через.
Расскажите, что вы там? Светка, можно? Давай я сейчас сделаю. Я сейчас сам не знаю, как оно будет. А потом уже снимешь. Спасибо. Сань, классно вчера приварили. Так, обед во сколько будет? Во сколько скажете? Я сказала вам, что 11:30. А сейчас? Сейчас 11:30. Полчаса, порядок. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Так, вот такую сварили чудо тачечку для перевозки плит. По-быстренькому на скорую руку. Чудо техники, да, Миша? Сейчас это в сторону будем отвозить. Сейчас посмотрим. Не, мы сейчас не посмотрим, как она действует, эта тачечка, да? Надо подкачать. Куда мы его несем? На тачку. Сейчас посмотрим, как в работе эта тачечка. Это новое изобретение, да, Александр? Это тачка для ульев, которая выполняет разные задачи. Даже возит плит. Где мы ее везем? Где-то там кинем ее. Сюда? Сюда? Да. Или туда? Миша. Это произведение искусства. Я дам интервью, Сучка, обязательно вам дам интервью. Хорошо. После обеда. Может, ее в это? Тележку вы все знаете, сколько раз я уже это везде показывал. Сейчас опять зададут вопрос, что за телега. Телега для пчеловодства, заодно перевозит доборчик. Может даже одной рукой. Вот и все. Вот такой лайфхак. Не знаю, как звук в камере. Ну, так получилось.